А в это время в Интерфельске, как всегда, кипит какая-то идиотская работа. Какие-то телеги, которые не пойми куда вдоль поперек. Оно вот вроде понятен, кинематографический прием. Но когда понятен, смотреть уже невозможно. Просто делаете, блин. Хоть бы чем-то умным занимались. Внизу суета. Ну, там довольно просто, кто не понимает. Там, например, был бы анбар, и туда бы, например, свозили зерно. Или из него бы его вывозили. То есть, понятно было, зачем телега просто ездит. Осмысленная деятельность, да. А то, когда просто телега вот так вот мотается. Одна туда, другая сюда. На галерее стоят самса и беляш, а к ним подкатывает... Роллс-Ройс. Лепила и Роллс-Ройс, да. Ну и чё, какой у нас там запас, почти, спрашивает самса. 4000 бушелей. И что это значит? Ну, вот, для нынешних обитателей еды хватит на год, возможно, больше. Блин, а если все сюда припрутся, то не хватит. Надо расширять амбары и начать свозить зерно изо всех замков севера. Что останется до конца зимы, вернем им обратно. Так они вам и поверят, блин. Но если весь север начнет сбегаться сюда, в Винтерфельск, у них не будет времени тащить за собой телеги с зерном. Лепила, займись. Идут по двору. Тут... Я вообще не понял. Блин, слушайте, если все сбегут... Вот сейчас у вас есть 4000 бушелей. Бушель – это 36 литров, по-русски говоря, 3 ведра. Да. Вот это местным на год, по вашему уверению. Зима продлится 10 лет. То есть, местные 9 лет уже не переживут. Хорошо. Дальше туда припрутся все остальные, которые приволокут с собой жратву. Они приволокут ее для себя и сами же ее сожрут. В чем, блин, смысл? Вы как проблему-то решать собираетесь? У вас тут Роллс, блин, Ройс, который с юга, из долины, у которого есть еда. Почему он ее не везет вам? Уже. Да. Вот, зима уже это началась, между прочим. Единственный человек, который может вам хоть как-то помочь жратвой, это, блин, он. Вы вместо того, чтобы его это хером по губам водить регулярно, лучше бы вы вежливо покушать попросили. Потому что вот это вот все решение, что давайте сейчас все свезем сюда, ну, это сработает в одном случае. Если вы весь север заставите голодать, а сами будете, ну, как положено Жданову, например, обжираться ромовыми бабами поверх диабета в блокаду. Вот это нормальный ход. Просто если вы это имеете в виду кормить тех, кто эту жратву привез, так повторюсь, это бессмысленно, потому что они сожрут свою еду самостоятельно. Все. Да. Без вас. Да. И при этом я как-то это, ну, вы же не знаете, сколько. Зима первая, она уже началась. Там. И вы не знаете, сколько она продлится. Самая длинная за 100 лет. Да, так может это там вообще вереницы телеги должны идти, идти и идти. Ничего похожего не происходит.